Ну давайте Нойза послушаем. Интересно, чем эта версия граблей будет отличаться от предыдущих? Это уже не первая и даже не вторая. Грабли дискофанк — это не этого года. Плохо, не слушался, так себе кушал. Дедушка, ты будешь в ужасе, как в прошлом году, даже хуже. Говорил, слова нехорошие, а те, что дал, все нарушил. Ноль выводов из ошибок прошлого, только выводок новых грешков еще взял на душу. Хулиганил, дразнился, дрался, напивался, буянил по полной жоп. Каким был, таким и остался, по-другому не смог. Пожалуйста, положи для меня, меня нового в свой мешок. А я залезу на табуретку и прочту тебе свой стишок. Я все исправлю, починю и налажу. Если снег новогодний на прошлогодние грабли не ляжет, так что я не замечу до боли знакомых зубцов под подошвы. Если следующий год, как всегда, снова вдруг не окажется прошлым, прошлым, прошлым. Хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым. В подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам. С чистой совестью, разумом, сердцем и легкими. Простым и глубоким, без желчных речей, с подоплекой. Без глума над недалекими. Понявшим, принявшим, простившим, отпустившим. Чулке у камина, новая карма. Хари Рама, Ом Хари Кришна. Красношубый Всевышний, пролез бы в трубу. И под елку меня положил. Классный был бы подарок, жаль, его я не заслужил. Я все исправлю, починю и налажу. Если снег новогодний на прошлогодние грабли не ляжет, так что я не замечу до боли знакомых зубцов под подошвой. Если следующий год, как всегда, снова вдруг не окажется прошлым, 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 я все исправлю, починю и налажу. Если... Я одного не понимаю. Песня уже заканчивается. А только еще 3 минуты, пардон, судя по всему. А что будет происходить еще 3 минуты? Еще новый куплет? Как новогодний на прошлогодние грабли не ляжет, так что я не замечу до боли знакомых зубцов под подошвой. Если следующий год, как всегда, снова вдруг не окажется прошлым, 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 прошлым. Деду Морозу в письме написал, что я хорошо себя вел. Пиздобол. Я слушался старших, манту не чесал и пол пару раз подмел.
За все эти подвиги я пожелал так мало, что аж нелепо. iPad, вертолет, большой самосвал и 8 наборов лего. Я думал приставку еще попросить, но скромность моя безмерна. Приставку можно не приносить, iPad'а хватит, наверное. Мне мама сказала, что треснет лицо, подшучивает и дразнится. Но я же прошу не у них с отцом, им-то какая разница. У Деда Мороза волшебный мешок, в нем хватит подарков всем. Но скромным действительно быть хорошо, наборов лего пусть будет 7. Знаете, я с прискорбием вынужден констатировать, что даже Noise на этой неделе что-то как-то... Ну, то есть... Третий куплет, вот этот новый, которого не было в оригинальной песне, он самый слабый. Ты как бы все ждешь, ну окей, Ваня что-то приготовил, ну как бы у нас такой год заканчивается еще, что как бы... Ну, у меня не отозвалось, мне не срезонировало. Мне третий куплет скорее... испортил впечатление от песни, чем что-то новое добавил. По музыке, как бы хочется сказать, что однообразно, но это как бы лайфлупинг, и тут в этом смысл. Но это не отменяет того, что он заебывает. Короче, она дико длинная. Эта песня идет 6 минут, ей столько не надо. И если выделять плюсы, я бы сказал, что тут плюс — это манера. Мне нравится, как он поет. Потому что она стала еще печальнее, еще как-то депрессивнее. И этой песне это к лицу. Вообще депрессивные новогодние песни — это то, на чем держится моя кукуха. Но как будто я с гораздо большим кайфом что-нибудь новенькое от Вани послушал. Потому что ну, песня «Грабли» никогда не была одной из моих любимых. И в топ-20 бы у меня не вошла песня Нойза. И то, как он с ней Нойз... Я понимаю, что он ее любит, он говорил в интервью об этом, что это там одна из его лучших песен, по его мнению. Но вот как будто он не может остановиться ее перевыпускать. Хотя, на мой взгляд, песню... Ну, как бы... Этой песне он уже все, что мог сказать, сказал. Манера класс. По эмоции вот эта печаль в голосе, она прям считывается. По структуре, блядь, очень долго и однообразно. Ну, 6 минут, ну, too much. Увы, но это слабо. То есть я бы хотел сейчас обрадоваться и разъебаться, что, ну, хоть Нойз держит уровень, но ну, тоже скучновато на самом деле. Прошлогодние грабли не ляжут, так что я не замечу до боли знакомых зубцов под подошвой. Если следующий год, как всегда, снова вдруг не окажется...